Prism Shield — это полироль, которую можно наносить прямо на мокрую поверхность автомобиля. Для обработки корпуса достаточно двух движений — распылить средство, а затем стереть его. Для того, чтобы машина засияла, можно просто воспользоваться средством Prism Shield. Со временем окрашенная поверхность повреждается, покрывается царапинами и начинает давать рассеянное отражение, в результате чего корпус автомобиля перестает блестеть. Для таких случаев и существует средство Prism Shield. Prism Shield создает на поверхности корпуса защитную пленку, которая сглаживает мелкие царапины и повреждения в слое краски, делая поверхность идеально ровной. В результате корпус автомобиля становится гладким и начинает блестеть как новый. Кроме того, средство содержит полимеры, которые создают на поверхности пленку с водоотталкивающим эффектом. Даже при высокой температуре защитная пленка не размягчается, поэтому грязь не пристает к поверхности. Водоотталкивающий эффект длится очень долго. В отличие от средств предыдущего поколения, Prism Shield надежно защищает даже неокрашенные детали. Он предотвращает выцветание пластиковых деталей и придает им водоотталкивающий эффект. Prism Shield можно использовать как для быстрой обработки кузова, так и для тщательного ухода за ним. Первый способ — быстрая обработка. Распылите средство на мокрый корпус после мытья автомобиля. Затем протрите поверхность специальной салфеткой с микрофиброй. И готово! Второй способ — тщательный уход. Нанесите средство на вымытый и высохший корпус автомобиля. Затем протрите салфеткой, и прочность защитного покрытия увеличится. И в том, и в другом случае достаточно просто распылить средство на корпус автомобиля и протереть салфеткой. Используйте его так, как вам удобнее. Prism Shield. Для того, чтобы ваша машина засияла как никогда раньше.